Всем привет, Щучий Омут. Что, сегодня решил, в этом году не снимал, рыбалочку по поперу сделать, по плотве. Кто не знает, такая приманка. Это, по-моему, 2- или 3-граммовый поплопопер. По-моему, трешка. Поводок, ну, где-то брал на метровой глубине, мы где-то метр поводок и сделаем. Цепляем крючочек, опарыш, поводок цепляется сюда. Дальше крючочек опарыш, и для сельди задрачивать, ну такая, ну может буду ее еще ловить, она там крупненькая такая, с ладошку. Верховодка, может ее буду ловить тоже. Ну еще один припасок одену, такой маленький грузичек, чтобы чуть-чуть быстрее падала хотя бы до полводы приманка на полметра, а потом чтобы под своим весом опарыш опускался. Ну, метровый ставлю, там видно будет дальше. Будем менять, если будет сверху активно клевать плотва, то будем укорачивать поводочек. Короче, такая сегодня будет рыбалка. Ну, конец рыбалки не знаю, какой будет, но пока так настраиваюсь. Все вперед, люди уже ловят на удочке. Ну, у меня есть и удочки с собой, посмотрим. Ух. Наверное, верховода. Хороший верховод. Надо вам рыба? Ну, я буду кидать. Вообще красавица. Это верховод. Да, класс, такую. Во, поднялась наверх.
Мелкая пошла. Чем не плотва, да? Метровый поводок работает, как раз я сегодня угадал. Вон мужики, там где я с ними сидел, ловят плотву. У меня верховодка покрупнее плотвы попадалась. Они аж завидовали, говорят, класс, такая верховодка, как ее ловить. Ну не получается на удочку, вот именно. Плюс в этой приманке, что наживка падает медленно, естественно. В принципе, и на удочке можно сделать то же самое, но они ставят один груз. Надо, если на удочке так хочется ловить, чтобы, естественно, падала приманка. Вот подали самый большой груз, ваш первый после поплавка. Ставите самый большой на ту глубину, которую вам надо достичь быстро, чтобы у вас там не задрачивала какая-то другая рыба. А дальше уже уменьшать грузики. Там можно 4, 5, 6 штук маленьких подпасочков ставить, чтобы они медленно, потихоньку, опарыш опускался, как бы естественное падение. На этом падении часто рыбка клюет. Но я поставил один подпасок, получается, у меня где-то на полметра чуть быстрее падает, и потом опарыш где-то с полметра до метра уже в плавном падении, аккуратненько. И селедка, вот верховодка, хорошая верховодка, вы видели, ладошечная верховодка, я такую давно не ловил. Отлично на это дело клюет. Я не знаю, сколько я словил, там десятка, два, три уже. Ну, я мужичок рядом сидел, мне рыба как бы не нужна. А он такую любит, говорит, это деликатес. Я ему в садок кидал. Забросил. Подождал там секунд 5-10, долго ждать не надо. Даже если вы охотитесь, когда вообще активно, вообще проводку делаете, как на поппер летний, как на щуку на поппер. И вот 5-10 секунд, я такие маленькие вот рывочки, раз-два, подтянул. Сантиметров на 10, на 15, на 20, подтянул ближе. Нет поклевки. Опять подтянул сантиметров 15-20 ближе. И вот так вот занимаетесь поиском. Верховодочка хорошенькая. Ну, это сегодня верховодка. Была и плотва, там сколько, я не помню, 2-3 штуки плотвы попались, такие ладошечные, наверху. Ну, я на плотву, в принципе, рассчитывал, но больше я на верховодку рассчитывал. Что верховодка крупная, хорошая. Как бы мне даже ее поинтереснее половить, чем плотву. Тем более, на плотву надо было выдумать, там глубина большая, плотва берет сегодня где-то с 2,5 метров, и надо было поппер ставить плавающий, ну, скользящий, ставить фиксатор, чтобы забросы делать, то что на палке 2-метровой 2,5 метра не закинешь. Но я не хотел морочить голову, в принципе, плотва тоже будет клевать, я уверен, не хуже, чем верховодка. Сам факт поклевки есть, есть, слава богу. Да, я пошел в затышек, думаю, про там ветер ужасный. Попробую в затышки, может, сюда рыбка вышла, сейчас поищу. Так веером оббрасываю. Если будет поклевочка, значит, нашел, смещусь туда, куда нашел. И вот так потихонечку. Поклевка, что поклевка? Поклевка в основном сегодня поппер уходит под воду. Даже вот 3-граммовый поппер
верховодочка уносит, исчезает вообще с поля зрения. Или просто ведет под верхом. Или просто пауза. Пару штук поймал вот именно на подтяжке. Делал подтяжку, и она на ходу брала. С ударом, как щучка, как окунь. То есть тоже имеет место быть такой рыбалки. Тоже интересная рыбалка, можно полазить. Это я так разовую показал, что оно ловит. А там можно увлечься и ходить, и нормальную рыбу искать, и карася. Вот поклевочка была. И карася можно искать, и леща, да что угодно можно находить на эту снасть и ловить рыбу. Окунь тоже я на поплопопер ловил неплохо. Есть у меня там видео, года два назад я снимал, именно окуня ловил. И чем активнее рыба, тем короче поводок. У меня бывало такое, вот когда я увлекался ним, когда я знакомился с этим стилем, я ставил поводок там, ну, до 10 сантиметров, и проводку делал такую агрессивную, постоянно вел как попером на щуку. И красноперка особенно, плотва, окунь прямо на попер кидались, а сзади попера там или червячок, или опарик, и они его отлично заглатывали. Чем пассивнее рыба, тем длиннее поводок. Тоже сейчас же рыбка начнет уже ближе к камышику подлазить. Можно, я же говорю, спокойно на эту снасть и ближе к камышику искать и карасика, подавать его. Может, выдержку больше ждать, не в проводке, а паузу делать там по 20, по 30 секунд, чтобы оно ложилось ему под ротик. Нету поклевки, чуть-чуть подтянули, опять под ротик подали ему червячка. То есть снасть такая мобильная и очень интересная, и активная рыбалка, как бы не сидите на месте. Ну, сейчас мы, если тут найду, вообще класс будет, тут тихо, хорошо. Если не найду, пойду опять там еще подловлюсь. Вот на 3 граммах при тесте спиннинга 2.12, я метров на 20-25 кидаю, ну и попер отлично вижу. В принципе, тут больше поклевка в руку, даже если вы поклевку не видите, вы там 10-15 секунд подождали, делайте аккуратную подсечку, ну, подтяжечку, чтобы приподнять опарыша. И часто уже рыба сидит или берет на движение. То есть не обязательно там идеальную поклевочку контролировать. Хотя оно видно, оно когда клюет, попер изменяет свое местоположение, или тонет, или дергается, оно его видно нормально. Белый есть, красный есть, разные цвета есть. Какой лучше видно. Ну, я и красный вижу, и белый отлично я вижу. Ну, сегодня решил красный подцепить. Ветер сильный. У меня просто белый, по-моему, там 1.5 или 2 грамма, а красный 3-граммовый. Я решил потяжелее поставить, чтобы заброс не страдал. Чтобы подальше кидать. И даже не то, что подальше, а чтобы поточнее кидать. Из-за ветра легкий попер будет, поплопопер, будет лететь не туда, куда вы хотите. Вымучил.
проводке. Они на проводке лупят. Еще один марочный. Вы уже запаковали, да? Хай же это, да, да. Что, на этом все. Буду заканчивать. В принципе, наловил много. Клевало. Стабильно, хорошо. Правда, надо было постоянно искать, а то поплавки мужики меньше ловили, они сидят в одном месте, в одно место, в одну точку кидают. Есть. В одну точку кидают, ждут. О, смотрите, какая верховодка. Ух. Реально ладошечная. И жирная. Сейчас камеру разверну. Вот. Вот такая верховодка. Одну точку кидают. Но я, получается, постоянно в проводочку и постоянно с поклевочкой. Порыбачил я 2 часа. Ну, за 2 часа я не знаю сколько. Я мужичку всю рыбу отдавал. Но он уже уехал. Уезжает. Вот сейчас собирается, я собираюсь. Килограмма 3 у такой верховодки я точно насмыкал. Ну, там и плотва была с десяток, полтора. Были неплохие плотвички, там пару штук попалось. Ну, так мелковатая плотва, конечно. Ну, потому что тут она такая и берет мелковатая. А верховодка классная вообще, мне понравилась. Жирная, крупная, как бы по желанию. Если семья изъявит желание, конечно, я тут приеду. На смойку можно будет килечку малосольную сделать, к пиву попить домашнюю, без консервантов. Все, всем пока, пишем комментарии. Хорошая снасть, ловит.
на любителя, конечно. Я, ну, мне тоже нравится, как бы. Ну, конечно, мне нравится покрупнее рыбу ловить. Но пойдет и так. Клев видел, удовольствие, снасть легкая, удовольствие получил. Даже верховодку чувствуешь, как сопротивляется. Короче, все отлично. Все пока, всем мира, добра, здоровья. И вот вы, получается, сняли снасть, класс. И все, тут у вас тут флюр, поводок, спиннинг собрали и ушли. Быстро, наверное, удочки собирать. Вот он. Намотали леску на него. Вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Леска смотана. Опарика снимаем. И все в таком виде. В сумку. И когда надо, вот даже без клевья, можно даже искусственного опарика у меня есть. Нацепить. Все, я ушел. 10. Искусственного опарика цепляете, и тоже когда активно в проводочку клюет. Сегодня много поклевок было именно в проводку. Не настоячку, а в проводку. Все, пока. Не хватает шеи всем. Дякую. Я замерз навеки.